Туле пожарным и спасателям торжественно вручили новую технику. В церемонии участвовали губернатор области Алексей Дюмин, глава МЧС Владимир Пучков и министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов. В тот же день состоялось открытие нового здания регионального управления МЧС, а в музее оружия прошло совещание по контрольно-надзорной деятельности. Наша главная задача совместно с руководством регионов и совместно с руководителями нашего министерства и ведомства изменить характер государственного надзора, преобразовать его и развивать его с репрессивного надзора, которым он по факту сложился, в надзор партнерский. Есть определенные административные барьеры, которые тормозят развитие малого и среднего бизнеса. И на примере МЧС я хочу сказать словами благодарности, что именно реформа по надзорной деятельности, она уже видна и она делается. Это большой пласт работы. Михаил Анатольевич в докладе сказал, что это как минимум 5 лет надо переформатировать всю базу, которая мешает развиваться среднему бизнесу. Мы осуществляем целую систему мер по подготовке и инспекторского состава. В МЧС России и на местах, в территориальных органах, в других структурах работают специальные школы, которые позволяют подготовить предпринимателей или тех людей, которые планируют открыть свое дело по вопросам безопасности всех производственных циклов, защиты жизни и здоровья персонала и своего бизнеса и внедрение новых форматов безопасности работы предприятий, которые, с одной стороны, требуют минимальных финансовых затрат, а с другой стороны, гарантируют высокий уровень защищенности бизнеса.